Сегодня арбитражный суд Чувашской республики отказал в введении процедуры банкротства на предприятии «Чувашский бройлер» фирме «Ваша марка». Вот как прокомментировала ситуацию председатель Госкома имущества Чувашии Наталья Тимофеева. Сегодня состоялось заседание арбитражного суда Чувашской республики, которое подтвердило позицию, которую высказывала уже неоднократно Чувашская республика, о том, что реально процедура банкротства на чувашском бройлере сегодня нет необходимости вводить. И суд эту позицию подтвердил, отказав обществу «Ваша марка», расположенном в городе Курск, в заявлении о введении процедуры банкротства на обществе «Чувашский бройлер». Мы неоднократно выходили с заявлением, обращая внимание правоохранителей органов о попытке введения процедуры преднамеренного банкротства на обществе «Чувашский бройлер». Соответственно, сегодня имеются и другие заявители в рамках этого дела, которые будут выходить соответствующими заявлениями, и их заявление будет в установленном порядке арбитражным судом рассматриваться.